Значыцца, усім прывітанне. Прадгісторый да гэтага відэа стаў прагляд відэа ад Мікалая Маслоўскага, у якім ён паказвае, як расійскі YouTube заніжае прагляды, ці як ён блакуе і што ён робіць з непажаданымі відэа беларускімі і расійскімі. І ў каментарыях я напісаў, што гэта вельмі падобна на тое, як працуюць дрэнныя форэкс-брокеры, калі ў іх узнікае на роўным месцы вялікая-вялікая доўгая свечка, калі нават на сусветным рынку цішыня і нічога не адбываецца. Ну, гэта так званыя кухні. Хто ведае, той ведае, што гэта такое. Так вось, там у каментарыях я напісаў вось так, што нават у Беларусі хутка павінна пачаць працаваць першая ў СНД і ў Беларусі криптовалютная біржа. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. Вот это личбовый декрет, это все, что у закончении прошлого года приняли. Так вот, мне самому стало цікаво перейти туда, как поглядеть. X-Trade зовется вот эта биржа. Перешел я, значит, туда и глянул, что там робится. Навод совсем не то, что я там ждал убачить. Но и сами глядите, что пошло не так. Глядите, вот первая звездка на форклог 13 листопада 2017 года. Вясной 2018 года у Беларуси будет запущена криптовалютная биржа. Значит, завось есть тут ссылка. 13 листопада. Глядим, 127 дзён засталося. Что тут у нас? Ага, 16 соковика 2018 года сегодня. Але 95 дзён. Но у нас сегодня этого нет. Если будет в минус, я знаю, с кого спросить. Не надоело ли быть бесколёный?